Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Русфа ПС, и я такой захожу поиграть в песочку мою любимую, и вижу, что вышли новые паки от вот эти потмы. Вы мне объясните в комментариях, что это за потмы, потому что я на самом деле не знаю. В общем, вышли паки игроков клуба Ювентус, Барселона и Future Players. Также какие-то бокс-драу, я на самом деле не знаю, что это такое, и нам это сейчас не нужно. По названию, я надеюсь, вы уже поняли, что я попытаюсь сегодня поймать Кристину Сергеевну. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Хочу поймать Криштиану Роналду. Давайте для начала посмотрим на его стады и... смотрим, что в любом случае 100% нам выпадает черный мяч. У меня 900, так скажем, деревянных рублей. Один пак стоит 100, но нам дается всего 3 попытки. Даже если нам не выпадет Роналдо, нам может выпасть Хидира, Келлини, Дуглас Коста. Вот он, мне кажется, он универсальный, он везде может играть спокойно, и его скорость 93 радует, конечно же. Также это Игуаин, который умеет атаковать. Ускорение 71, на самом деле это не проблема в PES. Также Александру, который очень быстрый и очень дерзкий. Также Пьянич и Честный. Ну и вот тот человек, которого я хочу себе взять. Скорость 89, но остальные статы у него на высоте. И давайте же попробуем его вытащить. Шансов, я думаю, будет немного, но я, по крайней мере, постараюсь. И перед тем, как открывать те паки, я открою сильверболы, потому что я все никак их не могу открыть. Смотрим. Майкла, все дела. Какая-то вообще непонятная страна. Кто это? Кто ты? Ну, серебряная какой-то бич. Марлон. АПЗ, он, скорее всего, пойдет на прокачку других игроков, потому что у меня АПЗ есть мощный. Сразу скипаем, что нам падает. Какой-то центральный нападающий из Тулузы. Довольно-таки средний, быстрый, и у меня будет нападающий Роналду, я надеюсь, поэтому тут как бы без вопросов. Также, если этот видеоролик вам зайдет, так скажем, то я запишу, так как у меня есть 900 монет золотых деревянных, то еще я могу записать открытие пака Club Selection Barcelona, World Wild декабрь, 5 декабря, ну и так далее. Еще я хочу посмотреть расценки на данную валюту. 75 рублей за один пак. А вот уже когда идет, смотрите, они, когда 1000, они дают на 50, еще 50 в подарок. Но на самом деле это просто невозможно. И без доната, конечно же, лучше играть. Все, поехали. Первый пак скипать не будем. При потере связи игроки все равно будут получены. Все. Избранный игрок можно использовать только в игре... Ну, понятно. Вы заплатите 100 монет MyClub продолжить. Еще раз посмотрим, какие могут быть игроки. И то, что вероятность 100%. И, кстати, пишите в комментах, кто... вам падал, если вы открывали данные паки. Поехали. Фух. Небольшое... В общем, волнение присутствует. Так, поехали. Понятно, что Италия, все дела. Кто это? Это Пьянич, скорее всего, да? Или Дуглас Коста? Да. Я прав, да. Это Дуглас Кост переходит в наш Рубин. Ой, извините, Куадрадо Дуглас Коста. Еще раз говорю, что это отличный игрок. Но хотелось бы, конечно, Роналду. Скорость 93.
Это, конечно, сумасшедший игрок. Поехали, у нас еще есть два шанса, чтобы выловить Роналду. Итак, также Италия, все дела. Перемещаемся. Так, а это кто у нас? Кто ты? А, вот Александр. Окей. У меня как раз плохие левые и правые защитники. Я предлагаю все скипнуть. Все, поехали. Банучи. Да, Роналду не получилось выловить. Эх. Да. Но у нас есть шанс выловить Месси, как мы помним. Да, если вам этот видеоролик зайдет. И шанс выловить еще раз там кто-то. Месси, Агуэро, Месси, Де Брюйне, Ван Дайк, Габриэль Барбоса. Ну, в общем, тоже неплохие игроки. Вот. Посмотрим еще, какие паки здесь есть. Что это вот такое? Бокс драу. То есть это обычные паки. Окей. Окей. Ну, я предлагаю, так как у нас есть до количества монет, то один пак купить, чтобы еще продавить наш видеоролик. Поехали. Испания. Окей. Так, это точно не Месси. Дембеле, да? Дембеле. Еще один центральный защитник хороший. Умтити. А, нам дали трех игроков, да? Это Умтити, Сократис и Лафонт. Окей. Ну и стандартные агенты. Я думаю, нет смысла их открывать вообще. Лучше ждать, ну потому что тут как бы шанс на черный мяч очень маленький. Поехали, посмотрим теперь, как преобразился мой состав. Итак, вместо нашего японского Месси мы ставим Куадрадо. Далее, левый защитник Александро. Банучи. Я вот не знаю, оставить Стоунса или Умтити поставить, потому что Стоунс отличный игрок. И далее все. Ну вот, ребят, так я прокачал очень, не очень хорошо свой состав. С вами был как Ситрус ФПС. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, а я пойду в песочку поиграю. Новым составом.